Чарующие звуки космической музыки создавали атмосферу этого вечера. Элегантные дамы и импозантные кавалеры прогуливались по залам музея, разглядывая работы маститых и начинающих художников. Идея создания и реализации данного мероприятия родилась у художественного директора учреждения Белкультура Тиграна Джавадяна. Время неумолимо идет вперед и меняет все. Он меняет, меняется наш город, меняются люди, появляются какие-то новые подходы, новые какие-то творческие люди. И это, конечно, касается и художников. Конкурсная художественная выставка дала возможность проявить себя тем, кто стоит еще в самом начале своего творческого пути. Из 60 работ, представленных на конкурсе, были выбраны 10 финалистов, в число которых и попала 12-летняя брещанка Ситко Полина, ученица из-за студии «Краски» под руководством Татьяны Латыш. Работы Полины с философским, не по возрасту взрослым названием «Я летаю по утрам» приковывают к себе внимание с первых минут. Радужная палитра красок выдает всю красоту восприятия мира ребенком. Культуру надо развивать. А как можно развивать белорусскую культуру без детей? Дети – это наше будущее. Выставка-конкурс дала возможность юным мастерам почувствовать себя приобщенными к великому миру искусства, а значит, цель достигнута. На вопрос, хочешь ли ты связать свою взрослую жизнь и развиваться в этом направлении, Полина уверенно отвечает. Хочу стать дизайнером. Наталья Луговкина, Павел Малашонок, Антон Луговкин. Специально для БукТВ.